Друзья, всем привет! Спасибо, что смотрите наше видео. Поставьте лайк и поделитесь этим видео в социальных сетях, этим вы поможете нашему каналу в продвижении. Спасибо вам! Заслуженная артистка России, актриса Малого театра Лариса Кичанова, умерла на 72-м году жизни, сообщила 16 февраля пресс-служба театра. Скончалась заслуженная артистка России Лариса Георгиевна Кичанова. Коллектив Малого театра выражает глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы, говорится в сообщении. О месте и времени прощания с Ларисой Георгиевной проинформируют позднее. Лариса Кичанова родилась 27 июля 1949 года в Оренбурге. Окончила ГИТИС в 1972 году, после чего была принята в Государственный академический Малый театр. Актриса сыграла в театре более 45 ролей, в том числе исполнила роль Улиты в спектакле «Лес» по пьесе А. Островского, роль Аграфены Кондратьевны в постановке «Свои люди», «Сочтемся», в спектакле «Правда», «Хорошо», «А счастье лучше», Пелагею Зыбкину. Также она снималась в кино, в частности в фильмах «А зори здесь тихие», «А у нас на заводе» и других.